Всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня у нас новый обзор в рубрике моделирования, но на сей раз не модель, а посылка с сайта Я Моделист. Я ссылку оставлю на него в описании. Очень мне этот сайт нравится и заказываю с него постоянно. Сегодня это Лакка красочные материалы. В тот раз модель самолета МиГ-17, обзор который есть на канале, я красил при помощи красок, приобретенных именно в этом магазине. И считаю, что вот этот металлический оттенок 17-го МиГа как раз получился очень качественно. Что касается, значит, заказа. Оформил я на самом сайте, созвонился с менеджером, согласовал. Данные свои я, естественно, закрасил, так как я смотрел фильм «Железный человек 3» и знаю, к чему это ведет. Значит, что я заказал? Давайте сразу будем смотреть и сверяться по таблице. Приходит это все в большой такой вот коробке с индексацией «Я моделист». Значит, первая позиция. Клей модельный супержидкий 2 единицы. 48 рублей штука, 96 рублей за позицию. Значит, вот такие небольшие флаконы по 15 мл фирмы ZIP. Глубокого проникновения, сверхтекучий клей. Более чем качественный. Покупался мной с целью того, чтобы перелить его в картридж из-под Revel. Далее, клей для прозрачных деталей. Никогда таким не пользовался, но вот захотел. 48 рублей стоит, одну упаковку взял. Именно как раз таки для остекления техники, чтобы клей не разъедал. Как я понял, он менее активен. Также компания ZIP. Далее, что у нас идет по списку. Это краска для аэрографии цвета Совет Юнион. Это вот такой вот Pacific 88 серии Aero. Цвет такой, даже мы можем здесь немного попробовать. Такая советская олива, если можно сказать. Я не знаю, передаст ли камера цвет. Но довольно стойкий и хороший. Далее, белая краска, также Pacific для аэрографа, уже в готовой субстанции. Белая, как бы нечего показывать. Дальше идет у нас что? Жженая сталь М37 серия Metallic. Взял именно для задувки двигателей. Сейчас попробуем приблизить, но я смотрел, что максимально цвет раскрывает себя именно на модели. Но я что скажу, это такая синяя броненка, синяя с отблесками черного, может быть. Дальше у нас идет цвет темное дерево, это для парусного флота. Так вот, там было просто дерево для палубы такого более песочного цвета, а вот это прям цвет такой вот, сейчас, вот такой вот цвет получается. Олива, кстати, вот такая, и вот этот цвет, ну да, такая синяя броненка. И значит, что у нас еще остается? Испачкал. У нас остается очиститель от компании Cav Models. Более чем он мне понравился в тот раз, эффективно очищает именно и даже работает в качестве растворителя для грунтовки, потому что состав все-таки один. Применяется для очистки аэрографа, краскопультов и другого окрасочного материала. Смесь нормальных и изопрофиновых углеродов. И значит, остается, что это также серии Aero. Aqua V20 лак глянцевый для аэрографа. Также от компании Pacific.
88 для задувки моделей, так как ни одна модель у меня из имеющихся, она не покрыта лаком. Я попробую на какой-нибудь самый неудачный, если будет все хорошо, то просто буду покрывать все свои модели, чтобы было легче удалять и пыль, и какие-то следы времени, чтобы не было никаких неприятных ситуаций именно с готовыми моделями. Эта посылка вышла на 1073 рубля с упаковкой и доставкой 1293. В связи с применением упрощенной системы налогообложения НДС не облагается. Более чем доволен я в очередной раз компанией «Я моделист». Спасибо им и будем надеяться, что в дальнейшем они также будут работать хорошо, как и всегда. С вами был Камрад Майор. Надеюсь, вам было интересно. Поэтому ставим лайки, дизлайки. Также оставляем комментарии. На все комментарии мы отвечаем. Всем до скорого. Пока.